Проект закона о круглосуточной видеотрансляции из помещений полиции стал одной из тем сегодняшнего заседания Общественного совета при МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев, который принял участие в заседании, поддержал мнение о том, что делать это повсеместно не совсем правильно. Работа над документом началась после большого количества жалоб на злоупотребление в отделах внутренних дел. Министр отметил, что прежде всего ответственность за свое поведение должны хорошо осознавать сами полицейские. От этого зависит и позитивный имидж всей службы. Кроме того, по мнению Колокольцева, в некоторых случаях такое тотальное наблюдение может навредить задержанным. Давайте посмотрим на другую сторону медали. Какой-то гражданский служащий оступился, где-то употребил излишнее количество алкоголя. Ну, может быть, в какой-то мелочи нарушил общественный порядок, его доставляют дежурной части, и вся страна в режиме онлайн наблюдает за ним. Он разве это заслуживает вот такого порицания общественного за свой, да, маленький проступок, но у него есть семья, у него есть дети, и выставлять на всеобщее обозрение порой неадекватное поведение наших сограждан, это, наверное, слишком трагически будет смотреться.